Начался месяц чистоты. В округ пришло по-настоящему весеннее тепло. Порядка 80 сотрудников Пушкинского городского хозяйства каждый день выходят на уборку. Основная цель – очистка территории от грязи, которая накопилась за зиму. На протяжении всего дня работники трудятся в две смены. Все для того, чтобы сделать город красивым и чистым. У нас полным ходом идет мойка покрытий, смет идет у нас покрытие, работают КДМки, пылесосы. У нас задействованы все единицы техники, какие у нас присутствуют. Сейчас двигаемся по плану, отрабатываем улицу за улицей, очищаем, приводим в порядок все. Также ведется покраска ограждений, восстанавливают заборы, задействована спецтехника. Помимо определенного графика, Пушгорхоз работает по обращениям. Бригады выезжают на более загрязненные точки. Все ведется по плану. Весь город, да, вычистим. Будем стараться все, что в наших силах. Избавляются от сухостоя, приводят в порядок улицы. Также в уборке дворов примут участие управляющие компании, общественные организации, молодежные объединения и неравнодушные жители. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.